Всем здравствуйте, с вами Иван, в эфире Outdoor Time. И сегодня я хотел бы рассказать вам о крале. Скажу сразу, я спелеолог, и про преимущества краля у альпинистов или горных туристов я рассказать вам просто не смогу в силу отсутствия опыта. Но в спелеологии это один из ключевых элементов, я бы даже сказал, основной. Поговорим про него поподробнее. Краль – это эксцентриковый зажим. Он очень похож на своего брата Жумара, о нем мы, кстати, рассказывали вот в этом выпуске. Но немного отличается у него. У краля сверху одно ушко, а снизу ушко подвернуто немножко. Вот. А также все тот же самый кулачок и точно такой же принцип действия. Все это для чего? Кроль – это грудной зажим. Угадайте, где он крепится. И понятное дело, что у спелеологов, например, он крепится прямо в обвязку. Вот здесь точно такой же кроль. Обвязка спелеолога отличается от обвязки горного туризма, от обвязки для скалолазания, но об этом расскажу в другом выпуске. Часть спелеологии отличается от других видов вертикального спорта. А вот чем. Спелеолог, подходя к пещере, крепит веревку сверху, поэтому он стремится, чтобы она не терлась и была максимально сведена к вертикали. Горный же турист, например, сам лезет со страховкой и выбирает такой маршрут, чтобы веревка была наклонная. В принципе, благодаря этому обвязки и отличаются, что горный турист путешествует стоя на ногах по наклону. Ну, иногда у него бывают вертикальные участки, конечно, но... А спелеолог, он передвигается в основном по вертикали. Именно поэтому обвязка спелеолога вот так сильно отличается. Для удобного передвижения по вертикальной веревке как раз в безопорном пространстве и необходим кроль. Он очень помогает, мы сегодня это увидим. Именно поэтому в обвязке спелеолога присутствует дельта, куда кроль, собственно, и крепится. Встраивать его в альпинистскую обвязку, мягко скажем, неудобно. Так зачем же он нужен? Что проще, 10 раз потянуться или 10 раз присесть? Для кого-то, может, разницы и нету. Но когда речь заходит о сотнях и сотнях упражнений, понятное дело, что приседания значительно проще. Это и позволяет кроль. Он позволяет передвигаться по вертикальной веревке, не подтягиваясь, нажимая. А как бы приседая, вставая в педали, это мы сегодня обязательно увидим, и перенося нагрузку на него, что как бы неимоверно удобно. Конечно, у него есть и свои несказанные минусы. Допустим, вот на той же самой наклонной веревке кроль не всегда удобен, а я бы даже сказал, всегда неудобен, потому что веревку постоянно приходится протягивать рукой, и в общем подъем превращается в сплошное мучение. А в вертикали она как раз проваливается под собственным весом. Ну ладно, это конечно очень интересно, давайте может полазаем. Спуск на зажимах, например, в спелеологии это одно из обязательных упражнений. Вот на зажимах можно подняться. Почему же на них нельзя спуститься? Конечно же можно. Давайте посмотрим, как это происходит. Главное, есть разница между при открыванием зажима, когда он не может вылететь с веревки, и полным открытием зажима, когда висеть становится небезопасно. Когда вы спускаетесь на зажимах, их нужно только приоткрывать. И ни в коем случае не открывать полностью. Это опасно. Я бы сказал, смертельно. Итак, давайте спустимся на зажимах. Главное делать все очень плавно. Главное делать все очень плавно, иначе у вас есть шанс зубцами зажима порезать веревку. Также есть еще одна фича. Я рекомендую всем, без исключения, использовать левый жумар. Вроде как я сам правша, и вроде это как бы немножко странно, но есть один тонкий момент. Посмотрите, пожалуйста, все крали повернуты на правую сторону, и открывать их гораздо логичнее правой рукой, нежели делать это как-то левой. Вот. По этой причине удобнее висеть на левом жумаре при манипуляции с кролем. Плюс еще самое смешное, что при подъеме нагрузка распределяется более равномерно, потому что поднимаетесь вы, обхватив его правой рукой сверху, и она больше нагружается, что вполне логично. У кроля как раз бывает мерзкая особенность, когда веревка не проходит под собственным весом, вместо того, чтобы нормально встать, у вас получается что-то вот такое вот.
Этого избежать очень просто. Достаточно веревку завести за ногу и не кидать, как показываю сейчас. Когда вы встаете, Леша, отведи меня отсюда. Когда вы встаете, педаль будет зажимать веревку, и она 100% провалится в крой. Как-то так. У меня в основном на сегодня все. С вами Сел Иван. Всем спасибо, до новых встреч. Ставьте лайки, комменты, комментарии.